Мы уже вам рассказывали о том, что в выходные в спорткомплексе «Олимпиец» проходил турнир по футзалу среди девушек в двух возрастных категориях 2006-2007 годов рождения. Турнир был посвящен 30-летию КДЮ США, и более младшие 2008-2009 годы рождения участвовали в турнире памяти героев Чернобыля. В воскресенье прошли финальные поединки. Упорным получился матч среди более старших девушек. В финале встретились КДЮ США «Славутич» и «Юность 06 Чернигов». В первом тайме не все складывалось хорошо у юных футзалисток из «Славутича». Комбинаций не получалось. Много было борьбы у наших ворот, порой с элементами паники. Черниговчане достаточно часто использовали удары издали, и били они неплохо. Это, в общем-то, и повлияет на финальный результат поединка, но об этом позже. Несколько раз нас выручала штанга. После первого тайма счет был 0-1 в пользу Чернигова. Перед игрой наш тренер напомнил, что главное оружие в футзале – это вовремя отдать пас и чаще открываться. Нет комбинаций – нет голов, отметил тренер. Замечания тренера учли, и комбинации во втором тайме появились. И вскоре наши футболистки счет сравняли. Прошло еще 3 минуты, и к 6-й минуте наши футболистки забили и второй гол. А еще через 3 и 3-й. Казалось бы, победа в кармане. Черниговские тренеры берут минутный перерыв, напоминают о грозном оружии, удары издали, и практически сразу же ударом издали попадают в девятку. 3-2. Радость черниговских футзалисток понятна, потому что до этого во втором тайме они только пропускали. А буквально за несколько минут до конца игры черниговские девчонки снова забили. Гол и ничья 3-3. Все решает пенальти. Ну, здесь без комментариев. Наш тренер немножко расстроен, ведь мы выигрывали плюс 2 мяча. Возможно, психологически пока команда не готова, но, скажем, психологически есть проблемы. А ты был уверен вообще, что во втором тайме они смогут 3 мяча забить? Ну, впевнено, не завжди є. У нас є проблема зі створенням моментів, проблема з реалізацією. Тобто моменти створили, реалізували, але от не вистачило психологічно просто немножко. Я начну працювати. На торжественном закрытии турнира выступил мэр города Фомичев и пожелал юным футболисткам удачи. За вами майбутнє, рухайте со мной. Змінюйте країну, змінюйте все, що навколо вас. Нікому не вірте, ви найкращі. І у вас все вийде. Я вас вітаю, хай вам щастить і в добрий путь. Дякую. Представитель генерального спонсора «Укртепло» получил в подарок футбольный мяч, а затем наградили лучших футзалисток, участвовавших в турнире в возрасте 2008-2009 годов. Команда «Юность» из Чернигова
На втором ЮСШ имени Мамиашвили из Конотопа. А победу в этом турнире одержали КДСШ «Рим», город Славутич. Подводя итоги турнира более старших 2006-2007 годов рождения, в начале тоже наградили лучших игроков. В третьем месте команда из Конотопа, которая на протяжении почти 10 лет ежегодно приезжает и участвует в этом турнире. На втором месте остались футболистки КДСШ «Рим», проигравшие по пенальти победителям. Выиграли турнир к 30-летию КДСШ футзалистки «Юность 06» из Чернигова. Все, теперь очередь за пацанами. Скоро турнир, который организуют афганцы.